Это интернет. За его более чем 30-летнюю историю он изменился не раз. Сначала он был вот таким, потом таким и даже таким. Сейчас же он выглядит так. При условии, конечно, что вы смотрите этот ролик в 2020-е годы. Но с развитием цифровых технологий, к сожалению, появляются теневые стороны прогресса, негативные последствия и реальные угрозы. Многие из нас не знают, что делать в подобных ситуациях, а такие понятия, как цифровая безопасность и цифровая гигиена, для некоторых и вовсе не знакомы. Но на каждое действие всегда есть равное противодействие. Привет! Меня зовут Дмитрий Гуляев, и я молодежный цифровой омбудсмен. Моя главная задача – защищать твои права в цифровом пространстве. Интернет – это не только возможности, прогресс и знания, но это также и вызовы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Команда молодежного цифрового омбудсмена продвигает правила использования интернета и технологий во благо. Вместе мы поддерживаем молодежные инициативы и ведем общественные проекты. Если хочешь узнать больше о нашей работе или нуждаешься в поддержке и защите, заходи на сайт.